Вообще, не, мне зритель, привет, некогда палку доставать. Я обалдела просто. Думаю, что такое? А она вот ей вообще пофиг, а на коробочку от этой лампы хреначит. Я вообще как бы гостей жду, но вот да, вон, если кто-то где-то обсуждал меня, что там меня случайно типа затопили, или как-то это не случайно, вон там то, что затопили год назад. Вообще обалдеть. Я, кстати, зрители тут в прострации, меня же попросили записать АСМРное поедание еды, АСМРную мукбанг. Я думаю, какой лучше микрофон, потому что тот, те, которые есть, но на петличку как бы, точнее, не на петличку, вот петличку, про петличку я как раз считаю. Короче, на гарнитуру есть как-то неудобно. Тот, который есть, на который последний АСМР записан, он вроде как, ну, не настолько длинный у него проводочек. Я вот читаю про настольный микрофон и про петлички, чтобы звук-то был слышен. Вот ну вообще, вот что это такое, а? Алиса, ну разве так можно? На все деревяшки у меня погрызла, табуреточка, которая скрипит, ее погрызла. Вот здесь вот погрызла. У нее была деревянная игрушка, она ее погрызла и куда-то загрызла. Котеночка, которую мне подписчица подарила деревянного, она загрызла и куда-то укатила. Первая такая кошка. Кошка, ты жуть. Ну зачем ты ее грызешь? Я ее специально туда поставила. Не надо ничего там делать. Жуть. Ой, блин, я об стену шарахнулась. Кошка. Кошка. Алиска. Пока, зритель. Сейчас я буду коробку спасать.